Доброго ранку. Мы все еще не сбежали с Харькова. У нас сейчас нет света, а значит не работает домашний Wi-Fi, интернет. И в коридоре как-то очень темно, и в туалет заходить тоже темно. Поэтому мы приспособили вот такую штуку. Вот. Вот так вот. Оно работает. Так что при этом свете можно мыться. А еще у нас вот такая вот солнечная панель стоит на балконе, которая заряжается днем. А при отключении света ее ночью можно использовать. Это батарея для того, чтобы заряжать Wi-Fi, телефоны и прочую фигню. Да? Вот мои песики. А им вообще все равно, есть Wi-Fi, нет Wi-Fi. Короче, адаптируемся, привыкаем, все будет хорошо.